Доброе утро, хорошего всем настроения, прекрасного дня чудесного. А у меня сегодня на завтрак вчерашние маффины. Ребята, они такие вкусные, готова есть их на завтрак, обед и ужин. Ну, очень классно, цветная капуста вообще не чувствуется. И как-то кушаешь, и так непонятно, что это. Оно все такое однородное, пышное. Супер, супер, супер. Всем советую попробовать обязательно. Значит, у меня оставалось пюре из цветной капусты. Что-то никак я его не могла доесть. И купила рыбный фарш. Там 100% рыба, ничего кроме рыбы. Я смешала рыбный фарш с вот этим капустным пюре из цветной капусты. Туда добавила специи по вкусу. Хорошенечко так зеленого лучка молодого. И где-то белка 4. То есть у меня было где-то полкило пюре из капусты и где-то полкило рыбы. И вот на это количество пучок лука, 4 столовые ложки овсяных отрубей, пачка разрыхлителя и один желток и где-то 4-5 белков. Можно даже больше белков, как бы тут лишнее не будет. Все, оно постояло, чуть-чуть набухло. Тесто получилось для котлет жидковато. Я его в силиконовые формочки в духовку. Они пышные, классные. Сейчас покажу, какие внутри. Вот такая красота. И на самом деле я вот уже съела один. Это очень вкусно. Очень вкусно, ребят. Вот не то, что пальчики оближешь, а проглотишь и скушаешь свои пальчики. Очень-очень вкусно. Поэтому даже из того, что под рукой, из-за того, что просто там завалялось где-то в холодильнике, можно приготовить на самом деле очень-очень бомбические и крутые вещи. И красавцы пекутся еще остальные.